успешные, красивые и сильные. О братьях Кличко знает весь мир. И если Владимир пока еще носит статус холостяка, его старший брат Виталий уже 17 лет является примерным мужем и отцом троих детей. И прямо сейчас узнаем немного больше об этих красивых, настоящих отношениях. История их любви напоминает сюжет фильма. Впервые Виталий Кличко увидел Наталью Егорову на модном показе. Девушка-модель дефилировала на подиуме, а Виталий, как загипнотизированный, не мог оторвать от красавицы взгляд. Но, как оказалось, на тот момент Наталья встречалась с успешным бизнесменом по имени Евгений. Отношения были серьезными, он был вхож в семью Натальи и уже знаком с ее родителями. Однако в сердце Виталия разгорелось пламя любви, и он решил приложить все усилия, чтобы эта девушка была рядом с ним. Виталий начал посещать все шоу с участием Натальи. Занимал место в первом ряду и не сводил с красотки глаз. А в гримерке модели уже ожидали от него без преувеличения громадные букеты роз и записки с предложением встретиться. Наталья не спешила. Этот большой мужчина грозного вида вызывал у нее противоречивые чувства. Она старалась не смотреть с подиума в зал, но если их глаза встречались, у нее начинали дрожать колени. Стоит отметить, что спортом тогда Наталья мало интересовалась, и фамилия Кличко ей ничего не говорила. Его ухаживание девушка поначалу не принимала, но спустя полгода после систематических цветов и подарков Наталья решилась на знакомство. Интересно, что это было не свидание тет-а-тет, а встреча в ресторане в кругу большой веселой компании. В тот вечер, пообщавшись с Виталием впервые за долгие месяцы, Наталья увидела не грозного, а добродушного и общительного парня, который своими шутками заставлял ее губы расплываться в улыбке, а сердце трепетать от влюбленности. В 1996 году пара зарегистрировала отношения. Виталию тогда было почти 25, Наталье – 22. Сразу после росписи в тот же день Виталий улетел по делам. Но отсутствие фаты и грандиозного застолья не помешало молодоженам создать крепкую и дружную семью. Через 4 года после посещения ЗАГСа у них родился первенец Егор Дэниел. Еще через 2 года – дочь Елизавета Виктория. А в 2005-м на свет появился Максим Кличко. Помимо воспитания детей, Наталья успевает заниматься музыкой, благотворительностью. Также она написала главу для книги «Братьев Кличко» «Наш фитнес». А в 2011-м Виталий и Наталья Кличко были названы парой года в Германии. В интервью Наталья не устает восхищаться своим супругом. Если Виталий в разъездах, он звонит ежедневно. Не забывает сказать «Я люблю тебя», расспрашивает о детях, всегда возвращается с подарками. Отдых семья Кличко-старшего любит активный. В этом году даже всем составом прыгнули с парашютом. Особенно в восторге были дети, так как для них это был первый прыжок. И глядя на пару Виталий и Наталья, понимаю, что это союз настоящего мужчины и настоящей женщины. Сильного, заботливого, целеустремленного. И красивой, нежной, дарящей тепло и уют любимым.